В Чили группа учащихся обнаружила мумию, чей возраст составляет 7000 лет. Вряд ли ученики одной из местных школ рассчитывали на такую удачу, когда собирались на археологическую экскурсию в выходные. Специалисты относят найденную мумию к культуре Чинчора, которая существовала на территории нынешних Перу и Чили. Мумии Чинчора являются самыми древними из найденных на Земле. Археологи подчеркнули, что захоронение было обнаружено благодаря недавнему землетрясению.